А ньюфаги даже не знают, как это расшифровывается. Джонни, Джонни. Давай, Джонни. Starting off with a Crypt Lord indeed. Crypt Lord expansion, very Первый Crypt Lord, да. Fast expansion for anybody. Ус один. Ус один, блин, вола. Да. Ну, в результате, видите, хорошо же, что мы с проплея ливнули, правильно ведь? Могли бы остаться приблизительно на том же самом уровне. Есть отличный референс, сейчас можно зайти на проплея посмотреть. Ну, было непросто. О, привет, агент. УС-1 был хорош светлой темы. Блин, помнят все. Молодцы. Как там Габидан поживает? 100 лет поинта не видел, не слышал. Надеюсь, у него все хорошо. Человек он добрый. Добрый, хороший. Pull this off, but I was scouted by a beetle. Oh, this is gonna be a crucial moment in this early game. Is this crypt lord gonna arrive? А жук бежит, бежит. Doesn't have it yet. If he gets the beetle last hit, that would be so sick. He got it. Да ладно, он добивает. Что жуком доел маленькую черепашку? Импейла можно большую добить. Что? А нет. А хотя за кого я болею? Нам же не нужен жук. Алло. Да, дичь. Как же про геймеру? Парагеймер хорош. Абис отличный. Товарищ был. Ну, есть, надеюсь. Правда, 100 лет. О, красиво, вы видели? Вы видели? Он взял рабочих, тыкнул на лес во время телепорта или до. Короче, сделал так, что рабочие остались. Ладно, Warcraft 3 Champions Point играет. Окружают Джонни Кейджевского мага, у него есть большая бутылка, он прожимает, но он не сможет выйти отсюда же. О, минус третий архмаг. Ё-моё, ГГ, офигеть, что за... X-Lord. Халявщик. I wonder how differently that looks if he doesn't get the last hit stolen. Of course it would be better, obviously. Это прям point играет. По статистике похоже, что он point через единицу. Это он или Джозебана де Боинг? Это наш капитан сборной России по Варкрафту? Вау. Да, у него на кружке написано X, это, видимо, от слова халявчик, как правильно говорит Чобас. Ну, Джонни, даже если по это самое проиграет, он может выйти со второго места из группы. Там Starshaped Vortex в целом вполне по силам. Просто сама по себе игра такая получилась. Мультик не играет, по поводу мультика не знаю. Go 2 на 2 с Габиданом. Габедан, аспирант. Габедан. Не Габидан, а Габидан. Эль Джозебано де Боинг. Капитан Поинт. Это вот производная от капитана Поинта. Поинт стал капитаном, потому что он был капитаном сборной России. Потом капитан превратился в Габидана или Джузебану, потому что были отсылки к этому. Господи, почему это отсылки были? Наверное, к Че Геваре, если Эль Джузебану. Да? Вот, а Поинт превратился в Боинга.
Боинга. Эль Джузабана де Боинг. Ну, креативили как могли, пацаны, на проплее. Это было классно. Айкслорд, а топ-7 оказывается, нифига себе у него там. То есть, типа, по уровню он сильнее, там, Лолайта или Colorful. Razel Break Shack V Pro. Сейчас посмотрим. Я давно не следил за ушками. Да, здесь крепление гораздо больше походит. Да. И оно меня как раз смутило, это крепление. Оно очень похоже, как вы видите. Ну вот, смотрите, ушки. Вот это вот крепление пластиковое и металлическое. И я спутал, скорее всего, с... вот с этим вот, видите, тоже металлическое, пластиковое. И они не совсем так повернуты удачно. Ну, вот здесь получше. Похоже же, да, вот эта вот часть. Отсюда вниз. Ну, понятно, что обе черные, вот эта вот тоже штука торчит. С той стороны весьма характерный. Выносной микрофон, его не было видно. Но вот я подумал... Да, скорее всего, Лазер Блэк Шарк, Razer Black Shark. Спасибо товарищу, который... Dash и... Давай, Джонни, ты можешь. Но статистика против оппонента у него всего 33%. Сложновато. Привет, Винфаст, беляк, добро пожаловать. Сегодня пара десятков новорегов у нас прибежала. Это, скорее всего, из-за того, что в том числе и ютубчик у нас гуфнулся. Надо почаще гуфить ютубчик. Щеглим. Винфаста, приветствуем его в нашем особенном комьюнити. Говермен говорит, привет, скажи, пожалуйста, когда ты проходил Готику на канале, ты играл ее в первый раз? Да. Белгороду и Сыру из Томаровки огромный привет. Да, Сыр Томаровский хороший. Мы его постоянно покупаем, там несколько типов. Против Вортикса 50% было 0-100. Фан подарил Винфасту. Нифига себе. То есть аспиранта нет, там уже фан перехватывает инициативу. Спасибо фану за подарок. Да ну, Имка Райзер, как эта шляпа за дорогу. У меня был геймпад, мышка дорогущая, но уж не могу отметить, что ни одним продуктом я доволен не был. У Razer, да, очень много было нестабильного. И аспирант дарит Винфасту. Двойной подарок. Это я зря, наверное, котов покормил. Блин. Лучше старенькой, миленькой, маленькой Cryed до сих пор ничего не нашел. Cryed шикарная, я тоже фанател от этой рейзеровской мышки. Просто шикарная она. Легкая, удобные, прорезиненные, огромные кнопки. Невозможно промахнуться по ним. Razer Cryed. Ну и плюс она, как и любые другие рейзеры, выглядела классно. Cryed из рейзеров у меня точно была самой любимой. Хотя там и... кто там? Десседер? Нет, не Десседер. Какие там, как это... Diamondback еще была одна из первых мышек Razer-овских хороших. Вот, но я тоже считаю, что если мы берем какие-нибудь наушники, то лучше смотреть не в сторону Razer SteelSeries, а в сторону там Sony, Sennheiser, кто там еще именно специализируется на аудиооборудовании. Потому что те же самые наушники Razer Black Shark V2 Pro, которые там 17 тысяч, я смотрю, в Яндекс.Маркете, наверняка Sennheiser можно купить какие-то 600-е, 700-е, которые будут по частотным характеристикам просто ушатывать. Или АКГшки, опять же, какие-нибудь. Они еще более бюджетные, чем Sennheiser. Какая мышка по размеру удобнее для гейминга? Смотря для какого. Если у тебя хват пальчиками, то обычно мышка выбирает поменьше. Типа Microsoft 1.1, MX300, 310, опять же G1, G3, вот эти вот все новые.
Если ты ладонь полностью кладешь на мышку, то это большие мышки, покрупнее. Начиная с 500-х, Logitech, и там Microsoft 3, 4, ну и дальше, там 500-е, 700-е. Как же тут хорошо харасит X-Lord, вы смотрите. This is not okay. Barely level two for X Lord. Another Shadow Priest bought immediately. Wanted to go for the 3 points around. Doesn't really get it. Okay, now he does. And all of a sudden, lots of mercs going down. Ой, еще тролява. Тролява очень жалко. It's actually safe back. Да ладно. Ага, берсеркера не достать, только архмаг сможет элементали, но прибегают ополченцы. Еще минус 2 гули. Ой-ой-ой, можно было закружить. Да, телепорта же нет, там же экспанд точно. А тролль все еще сидит там в лесу. Смотрите, живет. Класс. The trees are blocking the vision, and the peasants and footmen are ready for a surround. But now, ай. Ай. Стоп, а тролль-то был этот. Я думал, этот тролль был андедовский. Извините. Зачем-то он вышел тогда, хотя ДК еще не ушел. Там была гулька, которая грызла его какое-то время, а потом все. Ну, в целом, да, видите, раньше такой харас... Когда Undead прибегал, харасил экспанд Хумана, он все равно был... Все равно напряжение постоянно висело в воздухе для Undead, потому что тебе нужно было там брать агрессивного героя, ты должен был допушивать, продолжать пуш с первой обсидианкой, обычно брали там вторую нагу, и потом приходили, да, осаждали. Помните вот эти вот все темы с осадами, с вышками, с... сдерживанием Андеда. А сейчас-то чего? Он лезть не будет. У него база стоит у самого. И для Джонни первая задача, как бы задача минимум, отбиться от этого хараса, сильно много не потерять. Но есть гораздо более сложная задача. Типа, а что делать-то дальше? Вот ты сейчас оказываешься с одним и тем же инкомом против Андеда. My Love Warcraft 3, привет. Я думаю, что сейчас... По исполнению гениален Хэппи. По стратегиям все еще удивляет, классно действует Мун. Решений интересных тоже много можно найти. Стоит, если не смотрел, посмотреть финальный день, по крайней мере, тедовского турнира, который был на позапрошлой, кажется, неделе, на позапрошлой неделе. На ютубчике есть записи. Просто Лин Мун, 120-й Мун, и все, там тебе хватит и микроконтроля, и отличных решений. Прям утенок пришел, беляк, и привет, Кря. Два склепа, битые гульки. Но здесь доминирует все-таки X-Lord, к сожалению. Но он особо ничего не потерял. Он поставил базу. Ну, хотя он потерял. Архмаг, видите, две трети уровня четвертого. Защеглили сразу утенка. Видимо, первый аккаунт был занят, утенок, и он единичку использовал. Утенок один. Так. Да, противник видит, сколько маны у оппонента. Даже клик сейчас не нужно. Ты можешь шкалу, кажется, поставить, и будешь видеть, сколько точно маны у противника. Без кликов. Пошел голем, слоу, и можно кого-то подрезать. Не факт, что получится, потому что ДК сейчас вокруг оббежит, может ману купить, койл кинуть. Тут нужно блокировать, тем более Финн. Нет, Финн решил, что он не выживет уже, и пошел отдаваться за... Финн выстрелил, да не выстрелил. Аспирант продолжает одаривать белых новых пользователей на ГГ подпиской. Подписка вам дает возможность, во-первых... ну, понятное дело, смотреть без рекламы, это и отблок может. И вы спокойно можете, естественно, пользоваться отблоком, если это повышает комфортное, ну, улучшает ваше времяпрепровождение на сайте. Самое главное, конечно, подписка — это саппорт стримера, потому что 80% от подписки идет стримеру. Во-вторых, открывает все смайлы канала, причем анимированный вариант. А у нас где-то с десяток уникальных смайликов на канале. И, конечно же, дает вам цвет и иконку перед в чатике. То есть своеобразный такой маркировка благодарности за подписку.
80-75. Ну да, вообще 75 скорее, чем 80. Форстахе себе подарил Good Game Plus. Хорош. Себя не порадуешь, никто тебя не порадует. Хорошо. Джонни спасает юнитов. Но зачем возвращает, я не могу понять. А, он хотел сделать... Ой, хорошо, минус финт. Да, пандарийского берет. Let's wreak some havoc. We've seen strong pandas before. Close to level 6 comes in. If he wants to go for damage, it's Breath of Fire. If he wants to go more to a creeping game and doesn't lose too much HP, it might be Drunken Haze. Axelord, he has a ghoul force, but the Shredder says... Какое-то странное забегание. Явно он не ожидал увидеть здесь Шреддера. А тот, наверное, трех гулей спокойно подрежет. Особенно, если его будут периодически чинить рабочие, там вообще бесконечное количество. Эльфикс аспирант ударит подписку. Ой, панда, 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 панда. Блин, заигралась панда. Часик закрывает оверлей. Да мы это обсуждали, его некуда больше. Просто представь, что там мертвая панда без предметов и все. Джонни, правда, без этого. Ай, все, и понеслась. Вот надо сразу выписывать преды людям, которые начинают там... Тактурин, пред, Чобас, пред. Но отвлекает это мелочи. Они отвлекают. Но Джонни пока в игре делает касл. Иллюзии помешали, архмага такие атакуют, три архмага вперед. Ну, подрезает икслорд, артефакты хорошие. О, град дает. Нет, очень небрежно здесь Джонни играет, к сожалению. И это все уже в ДК, четвертый ДК, второй лич, панда не вторая. А панда у нас вообще отлететь может сейчас опять. Свиток спасает ее. Но она не уйдет, потому что... Падает пандарийский ГГ. Все, пойдемте фуфа, у нас зато есть... Что ты меня бесишь как-то, Икслорд? Не знаю, как вы, нормально? Не знаю, иногда смотришь на человека, на его там мимику, и понимаешь, что он...